Все предыдущие конгрессы, они действительно были очень такие внутренние, скажем. И поэтому мы готовили специально людей на них, а этот конгресс будет другим. Он будет более общим, более широким снова, потому что обязывает нас реальность так действовать. Он должен быть более открытым, потому что раскрылась общая глобальная система, что мы все связаны во всем мире. Об этом есть очень много статей, очень много разговоров, очень много... Это ощущается даже в новостях, во всем. Люди уже начинают изнутри жить этим. Что это так? Осознают это. И поэтому, конечно же, у этого конгресса есть другой характер. Он более открыт и направлен на мировое объединение. Не объединение внутри группы Бней Барух, не на объединение между группами, а на мировое объединение. Поэтому также и мы в нашем распространении думали прежде, что нам необходимо построить государство Каббалы, что это для нас главное. А сегодня мы видим, что нет. Мы обязаны этим заниматься, это верно, чтобы у нас был порядок в мировой группе. Но в особенности нам сегодня нужно думать о глобальном распространении. Это важнее, потому что это раскрывается. Я иду только согласно тому, что диктует реальность. Мне ничего не стоит менять каждый раз направление, восприятие, подход.